Всем привет! Это было 26 января, мой 31 день рождения. В этот день я не снимала влог, но зато я решила записать мои сборы, чтобы через много лет вспоминать, какой же я была раньше. Мои мужчины поздравили меня цветами и тортиком со свечами, еще в постели вне камеры. Ну а дальше было все как обычно. Давайте собираться вместе. Мое каждое утро начинается с ухода, и сегодня я покажу несколько моих абсолютных любимцев этой зимы. Да, я тоже купила себе такую же зубную щетку, она классная. Утром и вечером я умываюсь увлажняющим гелем от бренда CeraVe. Он чудесный, очень бережно очищает кожу, не пенится, не сушит, не имеет запаха, не жжет глаза и даже для демакияжа подходит. Я уже нахваливала его в фаворитах года. Вообще, мне подходят все средства этого бренда, без исключения. В их составы входит комбинация из трех необходимых церамидов нашей кожи. Они восстанавливают естественный баланс кожи, помогают бороться с сухостью. И вот именно за счет укрепления защитного барьера средства CeraVe сокращают потерю влаги из нашей кожи. Сейчас я влюблена в легкий, но хорошо увлажняющий лосьон. Он очень базовый, универсальный, тоже без отдушки, быстро впитывается, подходит под макияж, и его можно использовать как для лица, так и для всего тела, очень экономно. Кстати, у моего мужа жирная кожа, и он тоже им пользуется. Бренд CeraVe продается в аптеках и на официальной странице cerave.ru. И дальше под глаза я наношу легкий увлажняющий крем, тоже от CeraVe. Он также, как и все средства CeraVe, содержит и церамиды, и гиалуроновую кислоту. Ну а теперь я готова к макияжу. В этот день мне нужен был стойкий макияж, так как днем мы праздновали с семьей, а вечером мы ходили танцевать. До утра. Поэтому я выбрала стойкий матовый тональный крем Studio Fix. Чем дольше он на моей коже, тем красивее выглядит. Под глаза я нанесла стойкий консилер Pro Longwear. Он отлично перекрывает и держится в течение дня. И для достижения эффекта идеальной кожи на все лицо я использовала минеральную пудру от MAC. Немного подкрасила брови тенями от Анастасии Беверли Хиллз в оттенке блонд. Конечно же, обязательно керлер Шу Уэмура, без него никак. И в этот раз я пробовала тушь от Эстрады. На все веко я нанесла шикарнейший тинт от Beauty Drugs, причем в жизни он еще красивее и так просто наносится. Сатиновыми тенями от Max Factor прокрашиваю складку века, постепенно наслаиваю цвет. Дальше рисую стрелки, это не самая стойкая подводка Eveline, а с ней нельзя плакать даже от счастья, но зато с ней мне проще всего, и на мне она нормально держится. В уголок глаза наношу светлый сатиновый оттенок теней и от души бронзирую с лагуной от NARS, чтобы выглядеть свежее. Любимые румяна MAC Dainty, они прямо всем нужны. Подвожу контур губ карандашом Liar от Urban Decay. Вообще со всеми помадами его ношу, уникальный цвет. И на все губы наношу мою любимую, элегантную, меру яркую помаду, тоже из фаворитов года. Цветочный, сладкий, шлейфовый, немного с перчинкой, Armani Code, аксессуары, и на этом я готова. Вот такая она я, свои 31, дочь, сестра, жена, мама и ваша виртуальная подружка. Спасибо, что разделили со мной этот день.